Slučaj национального дня России я хотела бы выразить свои теплые пожелания народу далекой страны Россия. Желаю всем гражданам крепкого здоровья, благополучия и мир. Дружба между нашими странами вечна. Моя тесная связь с Россией длится уже более 4 десятилетий. Эта страна знаменита богатой культурой, историей, литературой, искусством и также известна передовыми научно-техническими достижениями. Я получаю большое удовольствие общаться с русскими. Они теплые, гостеприимные, простые и культурные люди. Они обладают сильными традиционными ценностями и с большим уважением относятся к своей культуре, как мы, индийцы. У меня очень теплые воспоминания о дружбе с русскими. Пусть дружба и сотрудничество между нашими народами укрепляются и формируют прочную платформу для развития всех сфер жизни в ближайшие годы. Да здравствует русско-индийская дружба!